Вас сейчас замучим еще. И тут Саше захотелось встать на стульчик. Конечно. Прочитать стишок, но и в конце написать что-нибудь. Да? У слияния северных рек имеется в виду Сухона и юг река, это в Вологодской области. Воротившись в исконное русло, заливные Сухона луга отдарила стволам заскорузлым, уцепившимся за берега. С юг рекой перепутала косы, будто сестры в пути прилегли. С колоколен, давно безголосых, виден край монастырской земли. Край земли, заболоченным клином, уходящий в слияние рек. Рой ветров, соскользнув со стремнины, лижет камни на голой горе. И в сквозном междуречном просторе копят мертвые монастыри звездно-вьюжные выдохи моря, убежавшего прочь от зари.